Мы тут нашли целую стену из камней, которые поставлены вертикально. Часть из них рухнула. Ну вот, да. Но вот часть тут стоит. И увидели интересную закономерность. Есть вот такие отверстия. Вот в этом камне отверстия. И вот в этом камне, сейчас я подойду к нему, и тоже вот такое отверстие. Непонятно. Камни стоят вертикально. Тут вот целый забор, здесь часть рухнувших камней. Вот такие тут дела происходят. Здесь вот это вот, судя по всему, все это было некая стена. Но я, честно говоря, слабо представляю, как может так ровно вот отсюда сквозь деревья видно два камня. Я себе слабо представляю, как это могло получиться естественным путем. Как камни так могли встать. Вот. Вот видно, что их два камня. Они в одной плоскости практически. Ну вот с другого ракурса. Два в линию стоящих камня. А тут вот есть еще камень, который тоже стоит вертикально. Это явно была какая-то стена. И тут мы тоже видим какие-то отверстия. Такие, не такие, но тоже некие отверстия вниз. На самом деле тут этих камней очень много. Тут можно видеть, что на них там деревья всяческие падают. Ну вот, тут вот какие-то плиты, возможно, что они вот были выломаны отсюда. Вот эти вот все камни валяются. Я не знаю, что это такое, но похоже на какую-то стену. Вот отсюда хорошо видно. Вот эти два камня и вон тот третий за деревьями. Вот он. Ну, я не знаю, как это могло получиться естественным путем.